Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру «Черепашки-ниндзя. Бег по крышам». Итак, почитал я отзывы под прошлым видео. И, друзья, три подписчика попросили, чтобы я сегодня купил Рафа. Двое подписчика попросили, чтобы я купил Донателло. И один подписчик Микеланджело. И еще тоже один подписчик попросил, чтобы я купил Острозуба. Ну вот такая. Да, за Эйприл, кстати, Анил никто не проголосовал. Очень печально. Хотя, как по мне, очень хороший герой. И за Кейси Джонса тоже никто не проголосовал. Ну что же, друзья, иду вам навстречу. Покупаем этого замечательного героя Рафа. Итак, давайте-ка мы его разблокируем. Вот так. Да, здорово. И, друзья, я что думаю, давайте-ка мы сразу же его и прокачаем. Вот. Итак, как нам прокачать Рафа? Да, вот, кстати, друзья, есть возможность еще поменять эту машинку на другую. Вот в прошлом видео я видел, как-то вот удавалось. Вот как же нам его прокачать? Заменить эту машинку на другую. А ну-ка, друзья, как же мне удавалось в прошлом видео? Я вместе с вами... Ага, вот так. Вот можем заменить на мотоцикла. Вот Кейси Джонса. Вот, давайте-ка мне, кажется, это будет хороший момент. И сразу же давайте-ка я улучшу вот этот автомобиль. Кстати, а машинку мы тоже можем улучшить. Давайте-ка я вернусь. Вот машинку давайте-ка мы тоже улучшим. Итак, вот так, здорово. И да, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, что лучше взять в следующем видео. Машинку, либо мотоцикл. Я буду действовать согласно ваших отзывов, комментариев. Ну, сегодня давайте-ка пусть это будет машинка. Вот, здорово. И давайте-ка вернемся к Рафу. Вот, хочется, друзья, мне его прокачать. Но я не помню, друзья, как прокачивается здесь все. Вот сейчас давайте-ка... Ага, вот есть магазин. Вот, давайте-ка мы прокачаем сразу же Рафа. Вот, отлично, все его способности. Кроме того, вот, друзья, еще есть какие-то способности. Не знаю, что это такое, но давайте-ка мы купим. Вот, отлично. Ну, как-то вот так. Вот, и дальше у нас пока закрыто. Вот что-то будет открыто на 8-м, на 12-м левеле. Вот, ну, пока как-то вот так. Ну что же, неплохо. Итак, вперед, друзья, давайте-ка немножко я прокачал Рафа. Да, пишите в отзывах, в комментариях, кого прокачивать в следующем видео и до какой ступени я буду действовать согласно ваших отзывов, комментариев. Итак, вперед, Раф, вперед. И посмотрим, как удастся нам пробежка по крыше вместе с Рафом. Итак, удираем от корабля кренгов. Вот по мультику это корабль кренгов-невидимка. Отлично. И пробую, друзья. Ой-ой-ой. Итак, неудачный, друзья. Ой-ой-ой. Как неприятно. Вот, да, удалось убрать очередного ниндзю. Хо-хо-хо, как неприятно. Ой, ничего себе. Вот так, да, замечательно, отлично. Итак, еще прыжок. Вот, ой-ой-ой, друзья, и наш Раф свалился. Первый раз, друзья, вот такой со мной. Еще ни разу не падал с крыс, а вот сегодня, вот начало видео и упал. Ну что ж, ничего страшного. Пытаемся нанести побольше повреждений ниндзям. И бежим дальше. Вот так, собираем голубые сферы, в смысле зеленые. И бежим дальше. Итак, вперед, неплохо. Вот так, замечательно. Да, ой-ой-ой, как досталось Рафу. Вот, не пойму, друзья. Вот так, отлично. И еще вот так, здорово, хорошо, отлично. Да, отлично. Ой-ой-ой, друзья, и я попал под бомбу. Я попал под бомбу. Под бомбы нельзя, друзья, попадать. Очень неприятно. О, да, вот так, хорошо. Вот, по-моему, друзья, очень здорово у нас все пока получается. Вот перепрыгиваем. И удалось ли нам пробежать? Да, друзья, удалось пробежать первую дистанцию. Вот садимся с вами в машинку, наш вездеход, и действуем дальше. Вот наш вездеход. И сегодня... Ой-ой-ой, друзья, и сразу же мина. Чуть-чуть не попали. Давайте-ка я прыгну по трамплину. И вот вредный корабль инопланетян догнал нашу машинку. Ну что же, неприятно. Тем не менее, я думаю, у нас все дальше получится. Итак, вперед. Нам нужно поворачивать. Вот, да, удалось. Хорошо. Ой-ой, как, почему он так быстро нас догоняет? Не понимаю. Вот, но тем не менее, да, вот беру кусочек сыра. И что же сыр дает? Вот, замечательно. Ой-ой-ой, друзья, почему? Вот так пробую. Да, удалось развернуться. Вот, отлично. Ой, что это было? Вот, не знаю, что это было. Ага, вредный ниндзя.
Вот ставит на нас, прыгает и ставит на нас какие-то взрывные бомбы. Ну что же, пока неплохо удается прыгать. Вот вредный, вредный инопланетян. Ну что же он так нас догоняет? Наверное, друзья, все же нужно будет прокачивать скорость, либо стрелять из пушки. Вот так, замечательно. Вот так, нужно стрелять из пушки. Что-то я забываю, что есть вот такая прикольная фишка. Стрельба из пушки. Отлично, отлично. Итак, давайте-ка. Кстати, бомбы интересно будет. Вот, а ну-ка, кто там в конце? И это, друзья, мы проехали в конец. Ну, честно говоря, не очень хорошо. Я рассчитывал, что будет более серьезный урон. Итак, вперед, друзья. Пытаюсь с Рафом идти вперед. Вот, да. Отличнейшие удары. Вот, друзья, наконец я понял, как нужно вот избавляться от этих врагов, от этих насекомых. Вот, супер, друзья, отлично. И еще вот так, да. Вот, замечательно. Хорошо, здорово. Просто отлично. Итак, бежим дальше. Ой-ой-ой, чуть-чуть не попал под бомбы. Вот, замечательно. Итак, вперед, атакуем. Ой-ой-ой, друзья, попал. Ой-ой-ой, друзья, и еле-еле-еле чуть не свалился с крыши. Вот, замечательно, удалось убрать этого насекомого. Вот, супер, просто замечательно. И еще вот так, да. И вперед атакуем. Вот, не очень удачно, вернее, очень неудачно. Ого, еще попал и на бомбу. Вот, ну что же, как-то пока вот так получается. Отлично, атакуем. Вот, замечательно. Итак, вперед, да, удалось пробежать нам вот эту дистанцию. Удалось заработать кучу мутагена и бой с Бакстером Стокманом в его кибернетическом костюме. Вот, будем стрелять сейчас из нашей машинки. И надеюсь, удастся здорово нанести ему повреждения. Итак, вперед. Вот, друзья, я только не разобрался. Вот в прошлом видео эти миссии у нас уже были. Как нам брать следующие миссии? Вот мне это непонятно. И я пытаюсь, друзья, сейчас побольше вот нанести урона Бакстеру Стокману. Ай-яй-яй, бредные маусеры наносят повреждения. Вот так. Да. Отлично. Удалось одного маусера мне зацепить. Вот, хорошо, замечательно, отлично. И вот так, пробую нанести ему повреждение. Отлично, разбиваю одного из маусеров. И теперь, друзья, будем бой в упор. Ой, что это было? Да, вот так, здорово наносим повреждение. Хорошо, неплохо, отлично, ай-яй-яй-яй. Ну, он больше, наверное, нанес повреждение. Вот, отлично, и еще вот так. Вот так наносим. Ой-ой-ой, уклоняемся. Хорошо. Ой-ой-ой, маусеры грызут наш корабль. Ой-ой-ой, уклоняемся. Да, вот так. Ой-ой-ой, досталось нашему кораблю. И нужно убирать маусеров. Вот, хорошо. Ой-ой-ой, что делает? И да, друзья, вот, нужно в упор бить Бакстера Стокмана. Ой-ой-ой, какой удар по нашей машинке. Тем не менее, друзья, вот так, да, вот, отлично. Итак, половину жизни мы Бакстеру Стокману уже забрали, и я ухожу от лазерного луча Бакстера Стокмана. Итак, неплохо. Ай-яй-яй, досталось нашим героям, нашим черепашкам и ихнему, главное, нашему вот этому грузовичку. Ну что же, вот такие вот неприятные пироги. Тем не менее, мы можем продолжим игру. Вот давайте-ка я буду стрелять. Половину жизни мы уже не мы Бакстеру Стокману добрали. Поэтому, друзья, надеюсь, дальше будет все тоже хорошо. Вот так, отлично. Грызут вредные вот, маусеры. Ой-ой-ой, друзья, ай-яй-яй-яй, досталось нашему герою, нашему грузовичку. Продолжаем бой. И вот вредные маусеры пошли в бой, грызут наш вездеход. Ой-ой-ой, друзья, и бросает мины вредина. Вредина бросает мины. Я постараюсь, конечно же, уклоняться. Ого, как неприятно, сколько здесь всевозможных мин. И я, друзья, выхожу на финишную прямую и нужно бить. Нужно бить. Итак, давайте-ка уклонимся. Вот так, замечательно. Вот, отлично. Вот, супер. И уклоняюсь. Вот, да. Наносим побольше повреждений. И сейчас должен добить. Да, добиваю Бакстера Стокмана. И это победа. Ну что же, мне кажется, друзья, сегодня мы лучше справились с Бакстером Стокманом. Правда, жизнь нашего Рафа уже висела на волоске. Тем не менее, хороший бонус. 1100 монеток.
Отлично, бежим, бежим дальше. Собираем, собираем, собираем вот эти зеленые сферы. Ой, что это было? Да, вот так. Ой-ой-ой, друзья, по-моему, я свалился. Да, я свалился, я свалился. Вот в пропасть. Ой-ой-ой, друзья. И да, вот так атакуем этих кренгов. Вот замечательно. Вот, здорово, друзья, разобрался. Отлично. И, ой-ой, друзья, попал под мину. Отлично, отлично. Собираем, 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 собираем. Что это, кстати, было? Что-то наш раф подвис. Друзья, не знаю почему, но раф подвис. Вот так, здорово, атакуем. Идем вперед. Отлично, 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 отлично. Вот что это было? И нашего рафа украли, поймали кренги. Очень неприятная ситуация. И я продолжаю движение. Отлично. Еще вот так. Замечательно. Вот здорово, здорово, здорово. Итак, вперед. Ой-ой-ой, друзья, ничего себе. Кренг попал из лазерного ружья в рафа. Нужно быть очень аккуратненькими. Итак, вперед, 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 вперед. Вот собираем зеленые сферы, бьем кренгов. Ох, ничего себе, как прикольно получилось. И еще вот так, да. Вот, ой-ой-ой, и вот удалось выбить какой-то мутаген, и пробежали мы до конца. Ну что же, неплохо. Вот, неплохо, возможно, было бы и лучше, но пока как-то вот так. Итак, бежим дальше, друзья. Вот, следующая пробежка. Отлично. Ага, сбили корабль кренгов. Вы видели, друзья, как здорово. Наш грузовик сбил корабль кренгов. Вот, я уклоняюсь от всевозможных препятствий. Ой-ой-ой, друзья, и давайте-ка развернемся. Да, удалось нам развернуться. Не понял, он что, опять нас поймал? Да, корабль кренгов нас поймал, наш грузовичок. Очень неприятно. И да, друзья, вот удалось бить какого-то кренга. Вот давайте-ка стреляем, 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 стреляем. И вот вредина что сделал? Ну, вот так. Как нам его убрать? Как нам его убрать? А ну-ка, вот так. Отлично. Вот, хорошо. Удалось убрать. Ага, друзья, вот догнали наш грузовичок. А ну-ка, друзья, вот так. Замечательно, очень хорошо. Вот, неплохо. И давайте-ка я попробую вот так. Что делает? Что делает? А ну-ка, друзья, вот так уклоняемся и пробуем дальше. Вот ехать на грузовике и попытаемся пройти вот эту миссию. Итак, замечательно, прыжок. И вот не знаю, в прыжке как-то вот поймали наших черепашек. Как они так смогли? Непонятно, но как-то вот смогли кренги. Итак, уклоняйся от бомб, перепрыгиваем. И вот, все у нас получилось. Ну что же, замечательно. Итак, вперед. Выпрыгивает Раф и перемещается уже вот на крыше. Ого, друзья, и это бой с боссом. Бой с боссом, ничего себе. Вот, а ну-ка, друзья, попробуем вот как-то нанести ему повреждения. Вот, ничего себе, какой забавный босс здесь оказался. Отлично, отлично. Итак, я пробую, друзья, как-то нанести повреждения. Вот, не знаю, что из этого получится. Как точно вот бить этого босса. Ага, смотрите, как здорово здоровье у него. Сколько мы уже здоровья ему нанесли. Повреждения, отлично. О, ничего себе, как взрываются бомбы разные. Вот на заднем плане вы видели, отлично. И смотрите, как, ой-ой-ой, как здорово Рафу достается. И так нужно от этих бомб уклоняться. Вот я пытаюсь еще побольше нанести урона. Да, вот был красненький, почему-то сейчас зелененький, вернее синенький. Вот, ну, пытаюсь я что-то сделать. Интересно, правильно ли я бью? Да. Друзья, смотрите, сейчас он красный и урон у него повышен. Итак, давай-ка, Раф, наноси повреждения. И вот здоровье Рафа кончается, но и здоровье босса тоже друзья, на нуль, ну не на нуле, но очень. Итак, смогу ли я? Да, есть возможность, друзья, продолжить бег. Наношу повреждения, нужно уклоняться от бомб и продолжать наносить повреждения. Ого, как досталось Рафу. Итак, пробую, друзья, что-то сделать. Отлично. Ой-ой-ой, друзья. И вот так. Хорошо. Отлично. И да, друзья, это победа. Удалось победить вражеского босса. И мы бежим с вами дальше. Ого, ничего себе. Как это было забавно. Как это было прикольно. Отлично. Перепрыгиваем. И да, друзья, удалось сегодня победить этого забавного, необычного босса.
Ну что же, здорово. Итак, не совсем я разобрался, но по мне, как друзья, игра довольно-таки необычная, прикольная и забавная. Вот так. Ой-ой-ой, друзья, выпрыгнул кранк на крышу. Я думаю, возможно, нужно было мне как-то по-другому напрыгивать. Итак, что это такое, друзья? Вот ниндзя, как мне их сбивать? Нужна помощь, нужна подсказка. Вот я попробую вот во время прыжка, возможно, они будут сваливаться. Да, вот удалось перепрыгнуть через... Ой, а это что за крэнк? Ой, друзья, что это было? Наверное, я свалился. Либо мы прошли миссию, что-то непонятное, честно говоря. Ой, друзья, и я попал на бомбу. Вот, и так, прыжок. Здорово, здорово, удалось пройти. Ай-яй-яй, друзья, вот так, да, замечательно. Итак, прыжок. Пробуем сбить крэнга. Вот, отлично. И вот этого кренга тоже. Ай-яй-яй, друзья, и я упал в яму. Нужно было сразу же вот в сторону отъехать. Отлично. Ну, пока мы только разбираемся. Второе видео. Возможно, что-то я делаю не так. Кто уже играл эту миссию и игру, пишите в подсказочках. Отлично, отлично. Давим. Вот, эх, вредина. Смотрите, я надеялся, нам удастся его раздавить. Еще и встречный транспорт. А ну-ка, стреляем, стреляем, друзья. Ну, пока, по-моему, неплохо. Итак, движемся дальше, друзья. Вот взял я какую-то фишку. Что это было, я не понял, но прикольно. А смотрите, друзья, сколько монет, сколько удается нам собрать монет. Итак, вот подвисает мой телефон. Наверное, друзья, греется. Наверное, греется, ну, пока как-то вот так. Итак, замечательно, вперед, вперед, вперед. Вот уклоняюсь, друзья. Ай-яй-яй-яй, друзья, и моя машинка разбивается. Ну, друзья, вот так это все и происходит. Итак, друзья, на этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий и, конечно же, пишите в отзывах, комментариях, понравилась ли вам игра. А пока давайте-ка я прокручу вот этот спин. Посмотрим, какие забавные награды нам падают. Вот 50 центов. Вот, скорее всего, да. Еще что-то интересное. Ну, вот как-то вот так. Итак, друзья, всем пока-пока, до новых встреч. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось, кого дальше открывать, либо будем проделать пробежки с нашим Рафом. Итак, друзья, всем пока, до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. А чтобы не пропустить ни одно видео, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.